Эй, ребята, у нас есть что-нибудь вкусненькое и холодненькое? О, молочко. Как раз холодненькое. Фу! Фу! Что это такое? Сок с молоком? Ну что, как вы поняли, ребята меня пранканули, и я решил устроить им челлендж. Угадай напиток по вкусу. Я приготовил несколько разных напитков, среди которых есть как вкусные, так и не очень вкусные напитки. Ну а самым главным напитком-сюрпризом это будет 100 баксов, о которых никто не знает. И тот, кто вытянет эту счастливую трубочку, тот и будет обладателем этой купюры. И всем привет! Вы на канале Кикидо. И сегодня мы для вас приготовили супер крутой, необыкновенный, вкусный, разноцветный челлендж! Погнали! Суть челленджа вам уже ясна. Поэтому сейчас каждый из участников будет по очереди выбирать трубочку и угадывать тот напиток, который находится в этой коробке. Кого-то из вас сегодня ждет, возможно, даже и меня, необыкновенно крутой сюрприз. Это целых 100 баксов. О май гад! Ну а тот, кто не угадает напиток, тот, соответственно, получает минус 1 балл. Вы готовы? Готовы, конечно же. Я предлагаю на Цуифа определить, да, кто первый будет угадывать напиток. Камино... Цуефа. Цуефа. Так, я самый последний. Цуефа. Аминка угадывает самое первое, Камиль второй, я третий. Итак, перед тобой стоит выбор. У нас есть 8 стаканчиков, 8 трубочек и 8 напитков. Я хочу вот эту трубочку. Аминка решила пойти по самому простому пути. Подожди. Она выбрала самую первую и самую близкую трубочку к ней. Поехали! Так. Ну как? Что? Это, по-моему, обычная вода. Точно? Точно. У тебя есть шанс еще раз попробовать и определить. Не горькая? Немного горькая. Да, обычная вода. Я промолчу, попробуй. Тоже хочу. Я прям... Нужно мне залезть на стол. Я тоже промолчу. Та-ра-ра-рам. И что там? И это? Обычная вода! И Аминка зарабатывает? 1 балл! Поздравляем, молодец. Ну, это было очень легко. Да. Обычную воду может угадать каждый человек, да, каждый ребенок. Угу. Так что за твое здоровье. За победу. Ну что, у нас поступило предложение от нашего оператора небольшое изменение правил. Мне сказали, чтобы я не участвовал в этом челлендже, а был всего лишь судьей. О, это плюс подарочек получается. Ты за? За. Ты за? Да. Все, я не участвую в этом челлендже, я всего лишь буду судьей. Получается, Камиль следующий. Так, я выберу, наверное, мой любимый цвет, зелененький. Хоть бы что-то прям хорошее. Так, жидкость пошла. Можно я сейчас выплю? А мы не подготовили ничего. Мы ничего не... А что, так можно было? Это рассол. Рассол? Огуречный. Точно? Аминка, будешь пробовать? Да. Ведерко! Так, можно я попробую? Меня чуть не стащили. А хотя... Не, ну это, наверное... Я промолчу. Это рассол. 100%. Точно. Аминка, ты будешь пробовать или нет? Нет. Так, я надеюсь, правильно достаю. И что это? Что это? Фу. Это рассол. Это рассол? Это рассол. Это рассол. Огуречный рассол. Да, это рассол. Да. Аминка решила попробовать. И... Ну что, подводим итоги. 1-1. Ребята пока что идут хорошо, все угадывают, но дальше их ждет
как видят наши зрители, очень интересные напиточки. Ну что, раунд номер 3. И сейчас выбирает трубочку наша Аминка. Ты определилась, какую трубочку ты будешь сейчас пробовать? Да. Какую? Эту. Вот эту. Давай я тебе подвину нашу заветный сундучок. Самую крайнюю? Нет, вот эту все. Точно? Ну, это Фанта. Она сейчас все выпьет. Дай попробовать хотя бы, подожди. Это реально значит что-то вкусненькое, раз она не может отцепиться. Ну-ка. А, газированная. Ну дай же мне, дай Камильчику попробовать. Все, короче. Все, я открываю, я открываю. Можно еще глоточек этого вкусного? Мне еще. Все, ребят, я открываю. Это Фанта. И Аминка побеждает в этом раунде, и ей прибавляется еще один балл. Итого, счет у нас получается 2-1. Ну что, четвертый раунд, и я выбираю напиток, который я буду пить. И я думаю, то, что я возьму... Аминефартит с розовым, так что я возьму какой-нибудь вот этот вот розовый. Крайний? А хотя, не, вот этот вот давай. Точно, подумай точно, подожди. Мне кажется... Да, да, да. Подумай. Да подумал я. Подожди. Подожди, подожди. Не понял. Че, трубочка короткая? Не понял. Чего, ничего нету? Воздух? Я же тебе сказал, бери другую трубочку. Здесь воздух. Так, ну что, смотрим. Что это? Почему здесь воздух? Да потому что... Амина! 100 баксов Камиль забирает себе. Ой, я слегка описывался. Так, ну что? 100 баксов. Счет у нас 2-1. Плюс Камиль заработал 100 баксов, но он не заработал балл. Ну что, раунд номер 5, и сейчас Аминка угадывает напиток. Ну все, я разозлилась, я тоже хочу 100 баксов. Может тебе реально попасть? Я хочу вот эту. Самую крайнюю? Да. Ну, давай попробуем. Вот, ребят, смотрите, я же сказал то, что Амине фартит с розовым. И я думал сначала выбрать эту, но как только папа сказал, вот, ты, может, ты передумаешь, я знаю папу, то, что он говорит все время, может, ты передумаешь, это значит то, что там хорошее. Что такое? Что случилось? Что? Мне кажется, это сок с молоком и еще с каким-то прибавком, каким-то солью. Не знаю, что это. Еле тянется. Да, а ну-ка, ну-ка попробуй, что со своим. Я понял, что это. Держи. Я тоже понял, что это. Мне самое главное, чтобы ты назвала, что это. Или хотя бы, какой это вкус. Это сок, этот, как там, либо яблочный, либо вишневый. Такой играет. Либо вообще грушевый. Я знаю, что это. Яблочный, да. Нет, я знаю, что это. Это фрутоняня. Со вкусом? Со вкусом этого, как там? Апельсина. Со вкусом груши. Молодец! Реально, Аминка угадала. Аминка у нас молодец. Она зарабатывает еще один балл. И счет у нее какой? 3-1. 4-1? Нет, 3-1. 3-1, да, точно. 3-1. Ну что, у нас осталось всего лишь 3 напитка. Судя по тому, что торчит всего лишь 3 трубочки. Задача, я думаю, что усложняется. Я приготовил вам там прям совсем, совсем стрессовые напитки. Я уже боюсь. Очередь Камиля. Выбирай, какой напиток ты будешь пробовать. Так. Какую трубочку выбирай? Давай вот так. Эники-баники ели вареники, веники, драники, сухарики, эники-пеники, чертовы на реке, эники-баники. A few moments later. Мало ли, вдруг я там так, я напиток боюсь. Со вкусом. Не, я боюсь. Сейчас. Надо собраться полностью. Вареников. Хоть бы еще один. Надо кепочку твою для это, для уверенности. Итак. Это соевый соус. Какой? Папа. Ты в меня плюнул! Ой, дурак! Соевый соус? Ты уверен? Да! Я пробую. Ничего хуже не бывает. Ты уверен? А ну-ка, что у нас дома есть? Аминка, пробуй. Не, ну обычно это соус. Ребят, если честно, я даже... Да хватит плеваться. Фу на вас. Если честно, я даже не помню, что это. Давайте посмотрим. Так, твой вердикт. Что это? Соевый соус. Соевый соус. И достаем. Это кола? Это же кола. Что это?
Это соевый соус, что папа. Это? А, я знаю! Это кока-кола со вкусом дымка! Это кока-кола та первая, которая со вкусом дымка? Да! Да! Все, я понял, да, это она, все! Ты проиграл, ты сказал, что это соевый соус, а это кока-кола со вкусом дымка. Ребята, это самая первая кока-кола. Мы недавно нашли ее в магазинах. Она в таких бутылочках, в которых раньше продавали кока-колу как лекарство в аптеке, представляете? Ребята! Это квас! Представляете, это не кола, не кока-кола и не соевый соус. Это квас! Вот дырявая голова. Я когда заливал квас, я забыл. Так что Камиль зарабатывает 0 баллов. Ну что, у нас осталось 2 трубочки, а это значит, что у нас осталось всего лишь 2 напитка. Аминка сейчас выберет одну из двух. Мне кажется, они 2 ужасных. 2 ужасных? Да. Но выбери какой-нибудь из них самый неужасный. Ереварень, окей, Аминка выбирает. Точно? Точно? Да. И? Ну? Я вижу, что... трубочки что-то беленькое, Подожди. Что-то прозрачное. Дай-ка. Ну что? Что это? Давайте я попробую. Это вкусно. Не вкусно? Это вкусно, я знаю, что вкусно, это. Да. Это вкусно. Я знаю, что это, но Амина никогда в жизни не угадает. Это вкусняшка. Ну, хотя бы какая-то версия. Может, у тебя что-то, какие-то ассоциации с этим напитком? Пап, может, у тебя... яблочный сок? Яблочный? Пап, я бы не сказал, что это яблочный. Давай это, кто угадает, ну, тому бал. Давай, просто мне нужно в это играться. Не могу угадать. Что такое? Ну, любая версия, давай. Что тебе в голову приходит? Либо яблочный сок, либо вообще груша. Смотрим, что это такое. Это такое? Напиток с алоэ. Чего? Есть такое растение алоэ, есть такой напиток с добавлением сахара, винограда. Ну что, Аминка в этом раунде проигрывает, и она получает 0 баллов. В смысле, невозможно угадать. Я вообще никогда это не пробовала. Итак, у нас счет 3-1 в пользу Аминки. Но Камильчик у нас забрал 100 баксов, и у него есть шанс хотя бы чуть-чуть сейчас отыграться. Сок, то есть или напиток, или газированная вода. Осталась последняя трубочка. В общем, Камиль, у тебя выбора нету. Пробуешь и отгадываешь. Нет, что-то страшно, потому что алоэ я никогда не пробовала, мне не понравилось. А вот сейчас страшно. Вот я даже не знаю. Очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если мы все, узнали, хорошо, что все, это я такое. Пробую. А, кепочка. Везучая кепочка. Поехали. Так, раз, два, три. Кстати, в прошлый раз тебе моя кепочка не помогла. Зря ты ее наел. Это яблочный сок, я думаю. Это сок? Да. Яблочный сок? Я промолчу, это будет. Полстакана выпил. Если честно, я не помню, что я туда положил. Я реально не помню, что это. Ну все, давай. Итак, что это? А, еще раз, стойте. Все? Сейчас. Это либо гранатовый сок, либо яблочный. Нет, Камиль, ты должен выбрать что-то одно. Либо яблочный сок, либо гранатовый. Что-то одно. Ну это тяжело так. Забирай свою кепочку. А еще по цвету я тоже посмотрю. Так, сейчас мне нужно будет задержать. Давай я пробую. По цвету тут особо не определишь. А ты посмотри. Я знаю, это гранатовый сок. Да. Так, открываем, смотрим. Да. И это гранатовый сок. Так, и в этом раунде побеждает Камиль. И общий счет у нас получается 3-2. Побеждает в этом челлендже Аминка! Ну что, если ты досмотрел этот видос до этого самого момента, значит тебе нравятся наши видео, и ты обязан подписаться на наш канал. Проверь свою кнопку, которая находится под видео, какого она цвета. Если она красная, значит ты еще до сих пор не подписан на нас. Нажми на нее своим заветным пальчиком или мышкой и сделай ее серым цветом. Да. Не забудь поставить лайк и подписаться на наш канал. Ну а если у тебя есть TikTok или лайк, или даже Instagram, то обязательно заходи на наши аккаунты и подписывайся. Ссылочки в описании. Всех люблю, берегите себя. И всем пока-пока! Пока-пока!